Сравнительно недавно события 2013-2014 годов уже стали частью национальной истории и литературы. Ко дню достоинства и свободы в Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского состоялся литературный вечер «Поэзия Майдана». Литературный вечер библиотека организовала специально для молодежи, учащихся старших классов одесских школ. Первый Майдан 2004 года они, конечно же, помнить не могут. Кровавые столкновения осени и зимы 13-14 стали в их жизни первым историческим событием. Вечер начался минутой молчания в память о погибших на Киевском Евромайдане и за 3,5 года необъявленной войны в Донбассе. Саме 21 листопада вони вийшли з мирною, яскравою демонстрацією проти за те, щоб Україна стала європейською державою, такою, якою ми її бачимо. 21-го було ще свято, був підйом, але пройшли дні і пролилась кров на Майдані, загинули ті, кого сьогодні ми вважаємо Небесною Сотнею. Поэтическую программу подготовили сами школьники. Началась она стихотворением под символическим названием «Молитва за Украину». Молюсь за тебя сегодня, чтобы поднялся ты из безодней войны, неправды и брехни, чтобы отпустили тебя их клещи, чтобы не вмирали твои сыны, чтобы в мирной стране жили они, чтобы мир был на море и суходоле. Хай Бог посылает счастливую долю. Библиотека Грушевского представила книжно-иллюстративную выставку «История революции, достоинства и свободы». В экспозиции издание по истории Украины, начиная с эпохи зарождения казачества до записок участников боевых действий на востоке страны. Большинство книг написано уже после обретения страной независимости, когда в распоряжении исследователей оказались ранее недоступные архивные материалы. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг».